Приветствую всех. Сейчас мы находимся при входе на территорию Кремля, Москвы. Идем в Государственный Кремлевский дворец для того, чтобы посетить концертный детский хор. Сегодня 23 декабря. Сегодня последний такой концерт перед началом новогодних елок. Завтра первая елка, на которую дети приезжают со всей России. И на самом деле это очень интересно, но ровно 12 лет назад я впервые посетил Москву и впервые съездил на елку. Вроде бы 27 числа, я помню, или 26 числа 2008 на 2000, получается 12 лет, да, 2008 на 2009, по-моему. И вот здесь, соответственно, проходил. Это, конечно, не новогодняя елка, это концерт детского хора. Но, тем не менее, оно будет происходить в том же здании, там же, где я и был 12 лет назад. На самом деле, год назад я уже ходил на данное мероприятие, получал даже сладкие подарки, тоже удалось достать билет. Вот. По сравнению, конечно, с самой елкой здесь, наверное, в этот раз ничего не будет дарить, никакие подарки, но, тем не менее, важно сама, так сказать, традиция. Подумать только, 12 лет прошло, год крысы, точно так же я покупал мышки фарфоровые, игрушки всякие в Москве, сувениры. Матрешки. Вот. И, соответственно, вот этот вот в этом здании. Я уже и не помню, как это было. Я помню, что мы здесь шли со всеми группами. Дай бог памяти. Вот. Так, мы сейчас находимся на территории Кремля. Снега нет, как видите. Да. Вот. Волшебно. Здравствуйте. Здравствуйте. Направо вниз. Спасибо. Каждый год по-разному все. Наверное, гардероб я в этот раз создавать ничего не буду, потому что, к сожалению, не смогу посетить сегодня все мероприятия. Сейчас у меня срез по прикладному политической аналитике. Да? Кто бы мог думать, что 12 лет назад, когда я посещал эту елку, что я вот значит, елку посещу, а через 12 лет буду находиться здесь, но побегу на срез по прикладному политическому анализу. Наверное, никогда не подумал. Подарки, на самом деле, в прошлом году выдавали здесь. Вот в этих полах. Поэтому, судя по всему, так как в этом году это все до начала елок, а в прошлом году было во время. Соответственно, ничего раздавать не буду. А здесь было куча. Столы стояли здесь, я прям помню, в прошлом году. Вот, поэтому в этом плане, да. Так, а тем не менее у нас 10 минут до начала. Да, я вспоминаю, что здесь
Нас даже кормили где-то недалеко, точно в этом здании. Все на самом деле здорово посмотреть, что да как было, эти игрушки. Все, сейчас это для детей специально. До конца года уже и... Только 31 декабря не будет елки. Вообще это было чудесное, потрясающее чувство, я так вспоминаю. Когда впервые приехал в такой огромный город, я помню, нас селили в гостиницу рядом с этим, как он называется, Измайлово. По-моему, Бета или что-то такое. Вот такая красота. Каждый год что-то новое. Рыба, по-моему, в прошлом году тоже была. Вот, а так сегодня, да, детки тоже со всех регионов приезжают, чтобы петь. Смотреть на них будут, соответственно, взрослые. Ну, на верхние этажи, наверное, не успею. Но... Так. Так что потрясающее чувство опять. Прочувствовал, рад, что хоть тут побывал. Еще раз, ровно 12 лет. Господи, как время. Не сказала, чтобы бежало, текло быстро. Нет, просто вот про время прошло, и все. Факт. Сколько успело случилось, случиться, конечно, это здорово. Вот так вот.